Навстречу первым лучам солнца. Каждый день это новый маршрут. Погружаясь в тишину гор, вдали от городской суеты, я иду по следам сосновой пыльцы. Каждый день я обхожу в среднем 5-6 деревень с 75-килограммовым рюкзаком с образцами сосновой пыльцы и исследую 15 километров горных троп. В течение 9 лет, несмотря на тяжелые дороги, я нахожусь в поисках соснового леса, который соответствует стандартам новой эры. Здесь я обнаружил благодатную почву и чистый источник воды. Я отбираю пробы коры, хвои и колосьев по строго соответствующим стандартам. В течение 9 лет я придерживаюсь единственного рабочего критерия – отбирать пробы через каждые 100 метров. Каждый образец представляет собой драгоценные данные. Именно благодаря этим данным создана большая база данных сосновой пыльцы, которая является гордостью корпорации «Новая эра». Я уверен, что каждый сделанный мною шаг — это шаг в стремлении к совершенству сосновой пыльцы Гочжань. Я фермер, проживший в горах всю свою жизнь. Прекрасно знаю каждый участок земли и каждое дерево. В апреле каждого года, когда сосновые почки созревают, это означает, что пришла пора собирать урожай. Сосновые почки особенные. У них короткий срок сбора. Из 50 килограммов сосновых почек производится меньше 3 килограммов сосновой пыльцы. Поэтому для меня сосновая пыльца намного дороже, чем зерно. Я уверен, что каждая собранная мной частичка сосновой пыльцы – бесценное сокровище. Я работаю инспектором по сушке сосновой пыльцы корпорации «Новая эра». Каждый раз, когда я вижу эти золотые слитки сосновой пыльцы, я прекрасно знаю трудности процесса их сбора и хранения. Сосновая пыльца, как новорожденный ребенок, требует моего внимания и заботы. А благодаря постоянно поддерживаемой температуре помещения, обеспечивают полную чистоту и качество продукции. Для наилучшего качества требуется обеспечить кислородом каждое зернышко, поэтому мы разработали стандарты по сушке – 3 сантиметра между каждым зерном. Каждый час я наблюдаю за качеством и состоянием сосновой пыльцы. Для меня важны все данные. Я уверен, что каждое мое замечание способствует улучшению качества сосновой пыльцы. Я оператор производственной линии сосновой пыльцы корпорации «Новая эра». Я ежеминутно наблюдаю за изменениями цифр на приборах. Для меня это не просто цифры, а живой организм, который может рассказать мне тайны жизни пыльцы. Используя оборонно-космические технологии, мы повысили на 99% эффективность получения самой пыльцы, что значительно повышает коэффициент поглощения полезных элементов сосновой пыльцой. В конце производственной линии только 60% из полученной пыльцы может стать продуктами Гочжань, что показывает нашу ответственность за качество продукта. На протяжении многих лет мы внедрили 180 инноваций, в том числе автоматическую очистку от песка, степень измельчения и другие. Мы непрерывно развиваем технику только для того, чтобы производить еще более качественные продукты. Я уверен, что каждая минута напряженной работы способствует тому, чтобы сохранить лидерство по производству сосновой пыльцы. Я инспектор производственной линии сосновой пыльцы корпорации «Новая эра». Каждый день необходимо проводить обход в 603 точках. Я отвечаю за 59 производственных процессов. Делаю в день около 20 тысяч шагов. Всего мне понадобилось 7300 дней, чтобы соответствовать строгим стандартам корпорации «Новая эра». Все это делается для того, чтобы каждый продукт Гочжань был признан потребителями.
Я уверена, что такая строгая проверка обеспечивает совершенное качество продукта сосновой пыльцы. «20 лет я занимаюсь научно-исследовательской работой и провел более 10 тысяч экспериментов. Я без тени сомнения могу заявить, что в каждом зерне сосновой пыльцы скрывается научная сила. Мы предлагаем более сотни наименований питательных веществ по всему миру, которые представляют огромную ценность для здоровья человека. Чтобы полностью раскрыть влияние сосновой пыльцы на здоровье человека, мы, как партнеры китайской космической промышленности, непрерывно наращиваем мощности научного производства. В результате совместной работы с более 50 отечественными и зарубежными вузами мы разработали более 10 сосновых продуктов. В 2012 году мы создали первую сенсорную лабораторию в отрасли продуктов для здравоохранения, которая обеспечивает всесторонний контроль качества производства сосновой пыльцы. Мы приняли участие в 863 государственных проектах и разработали стандарты в отрасли сосновой пыльцы. Эти достижения позволяют нам сохранять лидерство в данной отрасли. Я уверен, что каждая научно-техническая инновация вызывает уважение к интеллектуальным способностям корпорации «Новая эра». Я горжусь тем, что работаю в корпорации «Новая эра». Интеллектуальные возможности новой эры — это стремление к совершенствованию, которое дает мне силы для роста. Мы стойки, практичны, работаем с энтузиазмом и передаем потребителям высококлассный продукт. Заботьтесь о здоровье и счастье не только вас, но и многих поколений. Мы с моими коллегами новой эры являемся ведущими специалистами на мировом рынке сосновой пыльцы. Я уверена, что продукция «Годжень», созданная нашими руками, станет легендой в индустрии здравоохранения. Для нас расстояние до мечты всего лишь один шаг. Мы с благодарностью принимаем дары природы. Уделяем большое внимание обеспечению чистоты продукта. Мы определяем отраслевые стандарты собственными достижениями. Мы выстраиваем мечту о здоровье. Мы уверенно растем. Развивающееся предприятие должно объединять работников с общим стремлением идти вперед. Мы вкладываем в наши продукты боевой дух, нашу заботу о вашем здоровье и берем на себя ответственность перед обществом. Каждый прорыв — это наше достижение. Мы не останавливаемся в шаге от мечты и определяем направление развития в данной отрасли. 20 лет мы вкладываем нашу мудрость и умение. 20 лет мы делаем упор на качество, не забывая первоначальные замыслы. Мы готовы приложить все усилия для того, чтобы выстроить огромную промышленную сеть индустрии здоровья «Новая эра».